Кроме численного преимущества на стороне тунца – поразительная скорость и выносливость. Благодаря незнающим усталости мышцам, он может преодолеть марафонскую дистанцию за 30 минут. Разгоняясь до скорости американской верховой лошади – 76 км в час. Маневрирование на такой скорости требует военной точности. Мелкие ярко-желтые отростки снижают турбулентные возмущения, а большие плавники втягиваются в складки кожи, чтобы минимизировать сопротивление. Тунец обладает уникальным навыком и использует лимфатическую систему для распрямления плавников. Это позволяет делать резкие повороты во время охоты. Жизнь на такой скорости требует много энергии. В рационе тунца кальмары, скумбрии, осьминоги и даже другие тунцы. Чтобы удовлетворить свой ненасытный голод, в день тунец проплывает 32 километра в поисках добычи. Но у острова Вознесения еды хватает. Тунцы выслеживают жертв по запаху жира, которым покрыта их кожа. Обнаружив цель, охотники нападают так стремительно, что момент атаки легко пропустить. Тунцы, словно львы, окружают добычу, чтобы скорее с ней покончить. Безумный пир закончился так же быстро, как и начался.